Масштабная спасательная операция в Красноярском крае. На золотодобывающем карьере «Восточный» на глубине около 500 метров оказались заблокированными 150 человек. Этим утром, когда люди приступили к работе, обрушилась стена, отрезав старателям путь к выходу. Обвал уничтожил дорогу, ведущую к месту разработок. По предварительным данным, причиной обрушения стали грунтовые воды. И вот как только что стало известно, спасателям удалось поднять наверх около 30 человек.